Приморье стало самым популярным регионом для стажировки курсантов второго потока программы «Муравьёв-Амурский-2030». Учащиеся смогут приобрести реальный управленческий опыт и принять правильное решение о трудоустройстве. Приморский край динамично развивается, и нам очень нравится то, что в качестве стажировки вы выбираете именно город Владивосток, Приморский край. И я думаю, что если вы внимательно здесь познакомитесь со всем, что здесь происходит, на что, какое развитие в экономике, какое у нас в социальной сфере, в других направлениях, то вы, наверное, больше влюбитесь в наш край. Ну и наша главная задача, конечно, вас привлечь к нам, чтобы вы приезжали к нам, работали здесь, осматривались. Мы готовы вам предоставить высокооплачиваемые рабочие места. У нас здесь их достаточно. Мы же реализуем здесь программу «Арендное жилье». То есть это жилье, которое мы предоставляем в коммерческий найм. Жилье государственной формы собственности. Стоимость его как минимум в 2 раза ниже, чем на рынке. 13 выпускников первого потока программы уже назначены на различные перспективные должности в ведомствах и на предприятиях, представляющих приоритетные сферы развития региона. Много перспектив открывается для тех, кто работает в сферах туризма и международных отношений, логистики и инвестиций. Работаем с крупными инвесторами, и вы наверняка слышали, что у нас реализуются крупные проекты, но достаточно сказать, что в активной стадии реализации это в городе Арсеньеве Белая гора. Цена вопроса где-то 10 миллиардов, там будет современнейший курорт зимний, и сам город Арсеньев тоже активно развивается, понятно, что там промышленность, и мы сейчас там также строим 2 арендных дома, поэтому если кого-то Арсеньев тоже заинтересует, то я думаю, что это очень неплохой выбор. Во время встречи курсанты второго потока программы представили выпускные проекты, над которыми сейчас работают. Все они направлены на развитие Приморского края. Напомним, ранее стартовал 3-й набор на образовательную программу «Муравьёв-Амурский-2030». Артём Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.